Всем привет! Я Сергей Малоземов, и я продолжаю делиться с вами вкусными рецептами. И сегодня это будут необычные котлеты. А необычность их в том, что простая курица сочетается с творогом. Да, получается очень вкусно и сочно. Только посмотрите. Полкило куриного фарша переложить в миску. Добавить к нему 100 граммов творога и перемешать вилкой. Разбить в смесь яйцо и еще раз перемешать. Добавить нарезанный лук и снова перемешать. Соль и специи по вкусу. Теперь можно лепить котлеты и выкладывать на противень. Если использовать силиконовый коврик для выпечки, то даже масло не понадобится. Запекать 20-30 минут при 180 градусах. Готово! Это настоящая белковая бомба. Очень ценная, особенно для тех, кто следит за своим весом или интенсивно тренируется. Кстати, сам творог почти не чувствуется. Он в основном дает сочность. И не нужны ни хлеб, ни панировочные сухари. И классно, что можно обойтись без жарки. Многие мои коллеги любят готовить такое на ужин. Попробуйте и вы. И обязательно делитесь впечатлениями. Хотите больше рецептов? Тогда заходите к нам на сайт www.eda.show, а также в другие соцсети. Все ссылки под этим видео. Пока!